Всем привет, с вами Катя, и сегодня мы с вами поговорим о бюджетных находках за 2016 год, и всем, кому интересно, добро пожаловать. И в преддверии 8 марта я хочу вам для вас устроить конкурс, и все подробности я расскажу в конце видео, так что обязательно досмотрите видео до конца. И это видео я снимаю со своей козюлечкой Танюшкой. Я вам очень рекомендую посмотреть и Танюшкино видео, потому что она обожает бюджетную косметику. И я уверена, что находки у нее просто потрясающие. Ну и давайте, наверное, начнем. С чего мы начинаем макияж? Это, как правило, с тональной основы. В 2016 году я открыла для себя две тональные основы. Это Catrice HD Liquid Coverage. И о нем у меня изначально сложилось двоякое мнение. Сначала оно мне не понравилось, оно у меня было в двух оттенках. Один более розовый, другой вот этот более желтый. И что я могу сказать, что когда я нанесла более желтый, он мне понравился больше. Я напомню вам, что у меня сухая кожа, поэтому не каждая тональная основа с матовым финишем мне подходит. И, наверное, она мне нравится больше, когда я наношу ее с какой-то увлажняющей базой, но это ее покрытие просто, знаете, феноменальное какое-то, если у меня есть какие-то прям дикие высыпания, если мне есть что, грубо говоря, замазать, то я использую именно нее, но в основном я использую ее, правда, на видео, для того, чтобы добиться прям такого очень хорошего покрытия. Эта тональная основа очень быстро усаживается. Она может подчеркнуть шелушение. Подходит скорее для жирной комбинированной кожи. Для сухой, вот честно, девочки, не очень ее советую. Только если вам нужно прям такое гиперпокрытие, то вот могу порекомендовать тогда. И что я могу посоветовать для сухой кожи и комбинированной? Скорее, вряд ли для жирной, потому что мне кажется, что она будет с нее сползать. Bourjois City Radiance. У нее очень такой нежный, люксовый аромат. Довольно легкое покрытие, знаете, легкого к среднему. То есть еще не среднее, но уже и не легкое. Здесь SPF 30, поэтому у кошки весна началась. Я надеюсь, что вам ее не слышно. И у нее просто невероятный эффект сияния изнутри. Вот прям, девочки, честно, вот могу вам сказать то, что ощущение, что я держу в руках люксовую основу. Настолько она красиво смотрится на лице, особенно если у вас нет каких-то явных недостатков. Вот сегодня она у меня на лице. Я не скажу, что она, да, ничего совсем не перекрывает, да, она, в принципе, сгладила все то, что мне бы хотелось, не до конца, правда, но, тем не менее, покрытие дала довольно неплохое. С чистой совестью прям могу ее порекомендовать, потому что это бюджетная тональная основа, и у нее прям именно люксовое качество. Знаете, немножечко отступлюсь. Сейчас Люмине невозможно назвать бюджетной маркой, но у меня было много довольно открытий от Люмине. Во-первых, я в этом году, в 2016 году, я впервые попробовала их CC крем. Безусловно, он потрясающий, и если бы не его цена, я бы внесла бы его в этот список. Но вот я не могу не рассказать вам о таком вот иллюминаторе, да, он дорогой, девочки, но я ничего лучше не пробовала. Он белый, можно вмешивать в более темную тональную основу, она становится более сияющей и более светлой. Также ее я использую и как хайлайтер. Я влюблена в эту вещь. Для меня лучше хайлайтера просто нет, я прям вам советую к ней приглядеться. Но, правда, вот сейчас уже невозможно ее назвать бюджет. Мне хотелось вам хотя бы пару слов о ней сказать. Ну, следующий шаг, это у нас, я в основном наношу корректор. И в данном случае мне очень приглянулся вот этот вот от Yves Rocher. Я не пробовала туши кла от Saint Laurent, но мне кажется, что это ничуть не хуже. Во-первых, упаковка. Несмотря на то, что я таскала этот консилер, этот корректор с собой, у меня ничего не облезло, то есть она вот золотистая, прям красивая такая упаковка. Сам корректор у меня во втором оттенке, он такого именно лососевого оттенка, и очень хорошо перекрывает синеву. Единственное, что мне бы хотелось от него побольше сияния, чтобы он подсвечивал зону под глазками, но и того, что он делает, мне достаточно. Он не западает в складки, он не подчеркивает вам морщины, то есть он выглядит просто потрясающе, могу вам его искренне порекомендовать. Хорошая вещь. Держится у меня на протяжении всего дня, если, конечно, я там не обтираю, не вытираю глаза. Хорошая вещь, прям могу порекомендовать. И, кстати, зону под глазками она не сушит. Ну, по крайней мере, мне. Я пользуюсь просто очень хорошим увлажняющим кремом от Kiehl's Avocado. Не могу не отметить свои любимые Color Tattoo. И я хочу выделить именно один оттенок, 91, потому что у меня, мне кажется, скоро в нем будет прям дырка.
Те, кто видел мою коллекцию косметики, понимают, что для меня, что значит, когда у меня в косметике прям вот хорошая такая ямка, потому что у меня косметики очень много. Но вот этой вещью я обожала пользоваться в течение всего 2016 года. Я использовала ее и как базу, и как монотень на все веко, когда мне лень было краситься. Вообще, мне этот оттенок очень нравится. Как база работает на мне просто потрясающе. На ней тени выглядят ярче, держатся намного дольше. Разве что, если ее вот не припудрить, сверху, да, то могут возникнуть сложности с тушевкой. Но в целом я обожаю Color Tattoo, но вот этот вот прям оттенок, наверное, 2016 года использовала я его и в хвост, и в гриву просто. Ну, раз уже заговорила про глаза и про тени, тут хочу выделить вот эти четверки теней от NYX Full Throttle. Матовые тени немного суховатые и рыхловатые. Но, несмотря на это, довольно хорошо тушуются, на удивление не осыпаются под глазки. Мои любимые — это 1, 4 и 8 палетки. Хорошая пигментация, особенно у сатиновых оттенков. У матовых немножечко похуже, но это на самом деле плюс, иначе бы просто было очень тяжело их растушевывать. 8 палетка на самом деле самая, наверное, худшая вот из всех, то, что у меня есть по качеству. Но мне нравится очень подборка оттенков, просто здесь именно матовые оттенки и один шиммерный, прям не сатиновый, а именно шиммерный. То есть там такие довольно крупные блестки. Но, в принципе, база исправляет положение, и я ей очень люблю пользоваться, пользуюсь довольно часто. Ну, и одним из фаворитов для губ стала такая вот помадка от Rimmel в оттенке 700. И очень приятный аромат, губы она не сушит, но единственное, если ее наносить довольно таким плотным слоем, она может слегка растечься, но тут главное не переусердствовать. Никак не плешивит, то есть потрясающий нюд на каждый день, обожал ее и использовал довольно часто. Еще один нюд, который мне понравился, это NYX Plush Gel Lipstick в оттенке в 12. Она такая холодно-серо-лиловый у нее оттенок. У этой помады уже толком нет никакой отдушки, она пахнет воском. Знаете, вот прям вот то, что есть название гель, прям передает ощущение то, как вы ее наносите. У нее такой глянцевый финиш, и также она губы не сушит. Если мне хотелось какого-то оттенка похолоднее, я выбирала именно ее. Серия Full Throttle от NYX. Также понравилась еще меня и помадками, о которых я вам рассказывала, в своих фаворитах года. Ее матовый финиш, и знаете, самый кайф, это вот когда вы открываете эту упаковку и начинаете наносить. Она скользит по губам, прям как по маслу, вот как будто вы наносите какую-то увлажняющую именно помаду. Она не сушит совершенно губы, она довольно устойчивая, в принципе, часов 5 спокойно меня продержит. И, знаете, не рассказывала вам, с другой стороны, здесь мало того, что вы видите какой-то оттенок, так еще это и открывается, и здесь находится блеск того же оттенка, что и сама помада. Так что рассказала вам такую небольшую фишечку этой помады. Давайте, наверное, закончим с помадами. Расскажу про последний свой фаворит. Сегодня она у меня на губах. Это Maybelline в оттенке 932. Это слово матовое. Помада, ну точнее с матовым, полуматовым финишем. Очень комфортная на губах. Она довольно легко наносится, но не так же, как NYX Full Throttle. Чуть она посуше все-таки. К сожалению, некоторые оттенки из этой серии могут скататься в белую полоску, когда вы очень много разговариваете. Но в целом эти помадки мне понравились, но вот этот вот оттенок 932 больше всего. Ну и хотелось бы выделить тушь. Это Буржуа Volume Reveal. Девочки, вот правда, как только она мне пришла. Ну вот водостойкую версию я не люблю, но я ее специально принесла. Сказать вам то, что вот водостойкую я не советую. А вот обычную я могу порекомендовать. Она делает очень красивые такие объемные реснички. Даже слегка удлиняет их. И в принципе она держит изгиб, если вы его придадите. У меня никоим образом не осыпается. Довольно легко смывается, но при этом она не... Но при этом, если вы там заплачете или вам снег в глаза, допустим, попал, она никуда не разбежится, не разлетится.
И мне очень понравилось то, что здесь сделали зеркальце с трехразовым увеличением. С трехразовым увеличением мне удобнее всего краситься именно вот этим зеркальцем. Здесь такая силиконовая, не жесткая кисточка. Век она не царапает. Рекомендую эти туши. Мне кажется, у всех блогеров вы видели уже эти продукты. Это Master Smoky, Master Strobing от Maybelline. У меня также они есть. Это 200 и 100 оттенок. Также могу их порекомендовать, мне очень нравится тот эффект, который они дают. Золотой я люблю поменьше, очень естественно смотрится, дает очень красивое такое холеное свечение. Довольно стойкие, она не совсем кремовая, она такая довольно суховатая. Она не тянет за собой какие-то пудровые продукты, то есть если вы, допустим, сначала нанесли румяна, только потом хайлайтер, у вас не будет здесь таких проплешин. При искусственном освещении я все-таки здесь вижу блесточки, но они такие мелкие, еле различимые, но тем не менее они здесь есть. Следующий гель я тоже не могу не выделить, я его в 2016 году вам уже показывала. Это Essence Make Me Brow, его сравнивают многие с Benefit, но все-таки, вот знаете, у Benefit немножечко другая текстура и более сильная фиксация, но тем не менее, если вы ищете себе такой какой-то тонирующий гель на каждый день, чтобы вот использовать исключительно его и хотите что-то бюджетное, то я вам могу его порекомендовать. Если капризные очень брови, то имейте в виду, что у него фиксация слабенькая. Самое главное, он стойкий, то есть даже при прикосновении он никуда не девается. Если, конечно, вы там тереть прям так сильно не будете. Это румяна, одни чуть более теплые, другие более холодные, оба сатиновые, отлично и держатся, и тушуются, в общем, характеристики у них, в принципе, одинаковые, единственное, что у них здесь есть зеркальце, и упаковка такая более добротная, у обоих румян шикарнейшая просто пигментация, хорошо тушуются, вы можете, при желании, конечно, вы можете сделать себе матрешку, но эту матрешку вы сможете растушевать. И немножечко про Essence, хочу выделить вот эти вот карандаши, которые просто какие-то феноменальные. Первый меня покорил, это оттенок Rockin' Taub. Какой-то он просто невероятный. Мне хочется сделать одним им макияж глаз. Уж очень он красиво выглядит. У них какая-то феноменальная стойкость. Застывают они примерно в течение 10 секунд, уже потом никуда не деваются. То есть их можно наносить также на слизистую, они будут там держаться очень хорошо. Единственное, что для сильно чувствительных глаз, наверное, не стоит их наносить на слизистую, потому что будет ощущение такое немного сухости, что ли. У них такая масляная текстура, то есть век они не корявают, никак не растягивают. И, знаете, я могу их сравнить с карандашами от Urban Decay 24/7. Вы знаете, мне кажется, прям очень похожи, мне кажется, по качеству. И еще один карандашик от Essence. Вообще, на самом деле, написано, что это лип-лайнер, но я его использую на слизистую. Просто чисто случайно случайно его схватила и подумала, что это карандаш именно для глаз, нанесла. Девочки, я ничего более стойкого не видела именно для слизистой и светлых карандашей. У него такой какой-то нейтральный оттенок, он и осветляет глаз, и в то же время не смотрится как-то инородно, но держится, девочки, правда, целый день. Ничего более стойкого я не видела, чем вот этот карандаш. Из корректоров, наверное, все равно мой самый любимый остается NYX Taub. Я про него вам рассказывала в прошлых своих находках, не буду повторяться. И также мне очень нравится вот этот вот консилер HD от NYX, но он сейчас вот мне не подходит по оттенку. И еще из теней могу выделить вот такую палетку от Catrice. У меня это... Они представлены двух оттенков. У меня это 0.20 But First. И есть еще чуть более светлый. Девочки, мало того, что эта палетка очень универсальная, она подойдет для бровей. Вот этим оттенком вы можете сделать скульптурирование. Они... Знаете, они немного пылят, за их стоимость я прощаю им то, что они пылят, причем пылят они довольно сильно, но я им это прощаю, знаете, у меня не было такой с ним какой-то проблемы, что у меня прям осыпалось все под глаза, если, в принципе, стряхнуть в кисти, то никаких проблем с этим не было, но, тем не менее, имейте в виду, что они очень сильно пылят. Пигментация, не скажу, что прям вау, но как ежедневная палетка, такая, знаете, которая очень компактная, которую вы можете всегда взять с собой, которая подойдет и для бровей,
и для лица. То есть, в принципе, в поездку я бы взяла бы вот одну вот эту палетку и обошлась ей. Я могу вам... И последнее для бровей я могу вам посоветовать NYX Micro Brow Pencil. Он, правда, действительно микро-микро. И могу я его сравнить со своим любимым карандашом от Benefit. Benefit более пигментированный, и NYX такой более суховатый, но, тем не менее, им очень хорошо можно прорисовать каждый волосочек. Хорошая щеточка с другой стороны и довольно большой выбор оттенков. Вот у меня это оттенок Taupe, он довольно темный и такой слегка оливковый. Ну и давайте, наверное, приступим к условиям конкурса. Условия будут очень простые. В первую очередь вы должны быть подписчиками моего канала, написать комментарий с темой видео, которое вы больше всего любите сейчас смотреть на YouTube. И не забывайте меня поддержать пальчиками вверх для того, чтобы я устраивала больше конкурсов. Ну и, соответственно, через неделю я объявлю победителя в своем Instagram, также Кейт Крас. Жду вас в числе своих подписчиков и желаю всем удачи. Ну а на этом, пожалуй, все. Всем спасибо за просмотр. Всех я вас обнимаю, целую. Пусть удача всегда будет с вами. Пока-пока.